Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка. Это часы Q528, часы для детей с GPS-трекером, то есть для того, чтобы можно было смотреть, где находится ваш ребенок, детские часы. Сейчас мы на них посмотрим, потом переключусь на камеру и подключим уже телефон и посмотрим, как они сработают с телефоном. Скажу сразу, что функций у этих часов очень много. Есть даже шагомер детский, там он настраивается выставлением роста ребенка и там размера шага, по-моему. Но очень много функций, таких как можно отключить телефон, можно тихо позвонить ребенку на телефон, то есть ребенок даже не будет видеть, что вы ему звоните, телефон никак не отреагирует, но вы можете послушать все, что вокруг него происходит. Помимо этого, очень много функций, такие, например, как будильник, разрешенные номера, то есть какие номера могут дозваниваться к ним. Такая веселая, здесь вот лайк сразу, можете поставить и мне лайк. Вот такая вот интересная коробочка. Действительно яркая, детская, красивая. И вот так вот выглядят часики. Здесь у нас наклеечки. Мы покупали часы для мальчика, вот такого вот бирюзового цвета. Нам положили наклеечки для девочек. Спасибо продавцу. Продавец, ссылка на продавца будет в описании. Покупали мы эти часы на AliExpress. Спасибо продавцу за то, что положил наклеечки. Но они немножко девчачьи. Я не думаю, что нашему мальчику они понравятся. Вот, ну, в любом случае, пусть будут. Спасибо. Вот идет далее часики. Зарядочка. Зарядочка обычный USB на micro-USB. Немного она вот придавлена, то есть качество немножко вот такое, ну, я не знаю, немного выдавлена резинка из... Ну, проверим, как оно будет втыкаться в USB. Вот, давайте вот так сфокусируем. Вот, и micro-USB, то есть USB-порт, micro-USB. Идет далее инструкция. Kids Smart Watch User Manual, то есть на английском, английский хороший. То есть, если кто разбирается в английском, могут без проблем прочитать. Русского, китайского нет. Сертификат качества. Запах есть такой совсем чуть-чуть, как... новой вещи. Вот нету такого ядовитого запаха китайцев, а вот как новая вещь. Кроссовки иногда так пахнут. Вот такой небольшой есть запашок. Давайте посмотрим дальше. Вот так, это вот такая вот экибана. Ремешок, резина такая, вот очень-очень на ощупь, очень качественная. Снаружи более жесткая, внутри мягенькая такая, как очень приятная на ощупь резина. А снаружи такая, как немного как наждак, но не наждак, но мягенький такой, она рифленая, не знаю, будет видно, не будет, сейчас попробую. То есть, как пальчиком и... такое чувствуешь немного рифление. Вот здесь они снаружи таким покрыты. Вот так они выглядят. Замочек обычный. Две резиночки, да, настраиваемые, то есть крепить. Сделано здесь как соты для пчелок. То есть очень с виду они очень-очень красивые. Здесь у нас email номер для сим-карты, да, и для приложения. То есть это, я так понимаю, можно скачать приложение. Чуть позже мы это сделаем. Крышечка у нас открывается. Давайте посмотрим. Вот, для того, чтобы открыть, нужно повести так и по кругу пойти, и щелчками она откроется. Вот такие вот щелчочки. Батарейка у нас здесь на 400 мАч. Вот все ее характеристики, вот так она поднимается, вот устройство изнутри. Сделано все красиво, видно, плата хорошая, все, никаких там капель, пятен, ничего нет, все четенько сделано. Батарейка аккуратненько сделана, такой хлястик для того, чтобы ее достать. Вот, давайте сейчас я вставлю сим-карту и уже дальше подключим и посмотрим на приложение, что оно умеет. Это у нас принять вызов, есть фонарик и включение телефона. Далее у нас здесь вставляется сим-карта.
и зарядка USB. Сейчас я их поставлю, немного заряжу, вставлю сим-карту и мы их потестируем. Просканировав код, это код регистрации, это не ссылка на приложение, а приложение вот здесь есть в инструкции, вот 9-е, это ссылочка на приложение. Сейчас мы его скачаем и уже подключим к телефону и будем смотреть, как настраивать, что, как и что там есть. Я немного посмотрел функционал, то есть установил приложение, это все будет показано на экране. Приложение называется C-Track. Вот оно как загрузилось. Регистрировать его нужно на телефон родителей, да, то есть так, телефончик загрузился, да, что он даст, вот такие вот у него часики, вот такая вот сова здесь, как-то только что включил фонарик и не могу понять, как он включился, выключился через несколько секунд, ну, в общем, вот так, вот, включился фонарик, фонарик довольно-таки неплохой, то есть подсветить, ну там помещение осветить не будет, но сейчас покажу, ключи подсветить, допустим, в кармане, вот, довольно-таки можно. Далее вот такой вот, вот сердечки, о которых я говорил. Мальчик танцует, данные, то есть 5.08, суббота, данные подтянули самостоятельно. Вот телефонная книга, приложение скачать можно, шагомер, дружить, шагомер, дружить. Подружиться, это, наверное, часы можно дружить друг с другом, то есть если у вас несколько часов. Вот, далее альбом, фотоальбом, нет файлов, камера, давайте посмотрим камеру, и такая неплохая камера, давайте сфотографируем нас, как же сфотографируем, вот, я выложу эту фотографию отдельно, то есть, смотрите, по камере я забыл показать, сейчас я вот снимает, вот так оно снимает, это тот запрос, который мы уже отправляли, его можно повернуть, то есть часы же не всегда как-то расположены в нужном направлении, то есть чтобы понимать, что вокруг происходит, вот я там нашлепал фоток, вот это вот последнее, мы когда отправляем запрос, после этого нужно выйти из, и перезайти, и тогда подтянутся фотографии, почему-то они не подтягиваются автоматически. Сейчас я поверну местоположение камеры, попробую снять свою спину. Вот, делаем фотографию, сейчас камера смотрит мне на спину. И переходим, надеюсь, я уже тут так долго экспериментирую, что мне... Так, вот, подтянулась, вот моя спина немножко вот так вот. Видите, вот шорты, вот спина, то есть я понимаю, вот двери сняло, как бы... Провод, который стоит, это провод зарядки, который сейчас перед экраном. Вот, но картинки не такие уж и качественные, но более-менее понятно, что происходит. Вот, ну, мне кажется, это максимум 2 мегапикселя. По поводу фотографии, которую можно сделать самому здесь на камере, она сохраняется только одна, то есть вот фотография, и ее можно отправить. То есть, если вот альбом, да, то есть мы делаем... Камера, делаем фотографию, нужно попасть, вот мы попали, то есть сделали фотографию, она, выходим, переходим в альбом, и вот она сохранена, и она одна только, то есть нельзя много фотографий наделать, и вот мы можем ее просто посмотреть, да, вот как она сфотографировала, и можем, выбрав на нее, нажать «Отправить». Все, отправлено успешно, через несколько секунд она появится у нас на телефоне. Вот это, которое только что я отправлял перед этим. Вот, когда подключаешь компьютер, он не определяется как флешка или что-либо, поэтому снимок этот можно только отправить в приложение, то есть выковырять его нельзя. Поэтому я там вначале обещал, что выложу снимок отдельно, если у меня получится выковырять из этого приложения эти снимки, то я их добавлю. Давайте проверим.
Обновим, да, вот пришла эта фотография, которую мы сняли. То есть я немного дернул, и оно смазало лицо, видите, смазало камеру, но тем не менее это можно отправить. Довольно-таки все быстро работает. Далее фонарик, вот фонарик можно включить, да. Вот он как включается. А двумя кнопками при нажатии активируется фонарик, просто сразу нажимаете две кнопки, потом на экран тапаете и включается фонарик. Если чтобы не рыться в меню, то есть, ну, довольно-таки интересно. Все, выходим. Дальше микрочат. Я так понимаю, можно писать сообщение ребенку. До этого мы сейчас еще дойдем. Скорость обучения, то есть режим простой, не знаю, что это такое. Ну, потом разберемся. Телефонная книга и пошли обратно. Давайте посмотрим, что же у нас в самом приложении. Так, в самом приложении у нас здесь настройки. Тут есть у нас SOS, номера родных, то есть можно внести 3 номера телефона родных. Далее, обратный звонок, номер телефона, режим работы геолокации, нормальный каждые 10 минут, постоянный ежеминутно, но он будет геолокацию постоянный будет, есть батарею сильно, поэтому нормальный режим 10 минут это нормально. Настройка сообщений, здесь можно указать номер для смс сообщений, снять и указать какие сигналы отправлять на этот номер телефона, то есть указать, допустим, номер мамы или папы и указать низкий заряд, SOS, снятие, датчик, ну датчик снятия, чтобы вас оповещало смс-ками. Телефонная книга, можно внести контакты, да, то есть тут почему-то 10 контактов, но я думаю, если их заполнить, то добавится еще. Ну и 10 для ребенка вполне, я думаю, нормально. Разрешенные номера, то есть контакты, которые разрешенные, да, то есть 10 номеров, которые могут звонить. Язык и время, здесь можно поменять язык, русский язык, и можно время, то есть GMT, выставить, какое вам нужно. Так, часовой пояс у нас, по-моему, плюс 3. Давайте выберем его. Нет сетевого оборудования. Почему-то вот нет сетевого оборудования сейчас. Итак, я разобрался. Вот эта вот кнопочка, кнопочка, которой я думал, что это поиск сети, это не она. Для того, чтобы они заработали, нужно активировать интернет, то есть настройки интернета вашего оператора, который вы вставляете сюда. Снизу экрана я сделаю код, который нужно просто отправить смс-кой на номер телефона, который будет вставлен в часах. Просто как бы вбиваете код, я вам сейчас... Мы отправляем сообщение, нам в ответ приходит вот такое, что оно якобы активировано. Все, после этого мы заходим в приложение, и приложение уже сможет с нами работать. Вот оно нас нашло, вот мы можем уточнить, если команда отправлена, то есть ожидайте, нам через некоторое время, там несколько секунд, нам придет, где находятся часы. Здесь показан уровень заряда, навигация. Так, вот навигация, можно посмотреть по карте сразу, где и как найти ребенка, да, где находятся часы. Вот вызов, можно позвонить. Вот так он звонит, свайпом вправо мы отвечаем на телефон. Алло? Громкость можно настроить. Тише, громко. Довольно громко слышно. Алло? Да? Раз. Да, все отлично работает, звонок работает. Смотрим дальше, что у нас здесь еще есть. Удаленная камера. Включаем, фотография нажимаем. Отправила нам уведомление и должно сейчас нам прилететь удаленная фотография. Ну, по логике вещей. Ну, пока она летит, давайте посмотрим здоровье, что у нас тут за функции. Не беспокойте, там мы посмотрели сообщение. Нет данных, так, награды. Давайте отправим награды, 3. Отправили мы 3 бонус нашим часам. По логике вещей у нас должен через время... Вот, 3. Появилась троечка. Давайте сейчас еще раз наградим еще. Давайте 6 сделаем. Так, вот у нас появилось 6. То есть все работает, все отлично.
Давайте добавим еще баллов мне за хорошую работу. 9. Вот видите, они обновляются прям моментально. Вот, смотрите, сейчас 9, видно нет. Так, добавили 14. 14 сразу обновилось. Вот, заряд, что сеть есть, какой уровень сигнала и так далее. Так, наград мы наставили уже. Что у нас здесь еще есть? Чат. Чат. Нужно нажать на запись и что-то сказать. После этого он отправится. Здесь же в чате ответ тоже нужно что-то сказать, произнести и записать. Это очень удобно, если дети не умеют писать, набирать тексты, а они маленькие, за которыми нужно следить, обычно не умеют. Ну и есть текстовая информация, то есть можно информацию текстом отправить. Вот, отправили. Вот мы ее получили, видите? Давайте наберем побольше. Привет! Или давайте большими все символами сделаем. Привет. Видите, привет. То есть есть. И можно голосовой. Давайте попробуем микрочат. Раз, два, три, четыре, пять. Все, и оно нам отправляет. Вот, оно нам отправило, почему-то туда не дошло, а сюда отправило. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, с часов сюда сообщение работает. Ну, в принципе, можно, я не знаю, почему не отправить. Это, наверное, с настройками интернета что-то связано. Но, как бы, будем дальше разбираться и, возможно, еще досниму видео. Но пока и так достаточно. Далее, здесь есть отчеты. То есть отчет по передвижению, как каждые 10 минут часы отправляют. И можно посмотреть, как двигался ребенок ваш за этот день. В какое время он в каком месте был. Это очень интересно. Зона безопасности. Это от определенного места мы задаем, насколько ребенок может зайти. Потом будет уведомление нам и вибрировать у него, у ребенка. Если ребенок зайдет далеко дальше, чем... допустим, школа на 1 километр, то нам придет сообщение, уведомление, мы сможем ему либо набрать в тихом режиме, либо посмотреть, что с ним, то есть, ну, как-то быстро отреагировать. Вот здесь у нас есть, можно изменить персональные данные, список устройств, изменить пароль. Вот, как бы, в принципе, ну, вообще отличное, я реально не ожидал от таких дешевых часов такого богатого функционала и такого высокого качества. Вот эти наклеечки, они сотрутся об руку, об пот, поэтому их нужно аккуратненько склеить и приклеить куда-нибудь на коробочку. В принципе, часы просто огонь. Вот, я надеюсь, они понравятся владельцу. Надеюсь, он будет отлично пользоваться ими. И родители не будут переживать за него и смогут контролировать передвижение своего ребенка. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Часы реально классные, все работает. Инструкция, ссылка на продавца, у которого я покупал. Я его долго выбирал, потому что много продавцов продают эту модель, но не у всех есть хороший рейтинг. Я выбрал определенного продавца. Все отлично, вот он прислал, положил небольшой подарок. Мне все как бы понравилось, я ему поставлю 5 звезд. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч, удачных покупок!